Сотрудники ГИБДД проводят цикл рейдов на пешеходных переходах, которые расположены в центре города. Печальная статистика вынуждает прибегать к подобным мерам. Сколько бы дорожные полицейские не повторяли азы ПДД, на свой счет рязанцы эти предупреждения принимают нечасто. С начала 2014 года зарегистрировано уже 58 наездов на пешеходов, в результате которых 7 человек погибли и 55 получили травмы различной степени тяжести. Понять поведение участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, несомненно, можно. Пешеходам стоять у обочины и ждать, когда же автомобилист соблаговолит его пропустить, банально холодно. А обзору водителей зачастую мешают либо припаркованные у переходов машины, либо солнце, либо свет от встречки. В настоящее время очень часто пешеходы пересекают проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода, но не дойдя до него. В результате часто на них совершаются наезды. Водители же, в свою очередь, не уступают дорогу пешеходам, вступившим на проезжую часть. Зачастую не останавливаются при том, что двигающееся по соседней полосе транспортное средство остановилось. Поэтому госавтоинспекция обращается к водителям с требованием строгого и неукоснительного соблюдения правил проезда пешеходных переходов. Сводки о дорожных происшествиях обновляются практически ежечасно, а выводы – дело индивидуальное. И мы вслед за дорожными инспекторами не устаем повторять вновь и вновь. Граждане, будьте внимательнее на проезжей части и уважайте не только себя любимых. На дорогах-то все равны.